Доброе утро, 31 июля. Ванюшка, день рождения. Проснулись, умылись. Идем на завтрак. Вот такая везде красота. Все зелененькое. Вот наш именинник, папочка, бабуля. И именинник папочка. Разные люди. Да. Вон Мусенька. В общем, мы для себя открыли очень красивое место. А вчера мы ходили в спа. Из-за того, что я кашляю. До сих пор уже сколько время. Мы ходили. Вот это ресторан. Потом идем завтракать. А, что? Березка, да, березок много здесь. Да. Чисто, красиво. Очень-очень-очень. Мы ходили вчера в солевую комнату. Очень красивое спа, большое. Люди приходили на массажи. Мы заходим завтракать. Приятного всем аппетита!